Здравствуйте, в эфире Амурского областного новости, в студии Евгений Макитрюк. Коротко о главных темах этого дня. Проблемные участки. Сразу несколько центральных улиц отремонтируют свободно. Ушли под воду. В Приамурье паводок уничтожил более 120 тысяч гектаров посевов. Наказание за убийство. 17 лет в колонии общего режима проведет амурчанка, избившая до смерти приемного ребенка. Безопасные дороги. Юные амурчане посостязались в знании правил дорожного движения. Ну а теперь подробнее об этих и других темах. За прошедшую ночь в Благовещенске выпала декадная норма осадков. Подтопленными оказались несколько улиц города. Уровень Амура в районе Благовещенска – 657 сантиметров. Тем временем из-за неблагоприятных погодных условий пострадали все сельхозрайоны области. По последним данным, которые предоставили администрации муниципалитетов, ущерб нанесен 123 тысячам гектаров. Это почти 10% от общей площади посевов в регионе. Из 123 тысяч пострадавших гектаров 109 соя, чуть более 10 тысяч гектаров зерновые. От града пострадало чуть больше 19 тысяч гектаров. От переувлажнения почти 98,5 тысяч. В настоящее время администрации в районах проводят обследование состояния посевов, уточняют площади. По предварительным данным Министерства сельского хозяйства Амурской области, ущерб оценивается в 500 миллионов рублей, сообщает пресс-служба областного правительства. Регион рассчитывает на поддержку российского Минсельхоза. Сейчас на территории Приамурья проходит паводок, который сформировался в Забайкальском крае. Он уже спустился ниже по Амуру. Например, в Константиновском районе еще несколько дней назад отмечали значительный рост воды в Амуре. На сегодняшний день уровень практически не увеличивается. В районе, кстати, чтобы не допустить ЧП, приняли превентивные меры, которые помогли справиться с потоком воды. Учитывая практику 2012 года, лично я, вот как развиваются события, мы пришли к выводу, что нужно быстро применять превентивные меры. Это в селе Новопетровка. Если в Константиновке у нас есть дамба, вот, которая требует ремонта, но тем не менее она в 2013 году спасла Константиновку, и она сегодня нормально работает, то в Новопетровке дамбы нет, и при уровне 7 метров до 7 метров мы можем потерять полностью село. Поэтому было решено, что проводить превентивные работы, то есть по строительству дамб. Сразу несколько центральных улиц отремонтируют свободно. Таким образом, местные власти надеются восстановить транспортное сообщение между центром и отдаленными районами города. Исполняющий обязанности главы Свободного Владимир Константинов провел выездное совещание и осмотрел проблемные участки города. Наш корреспондент Денис Свириденко тоже увидел, в каком состоянии находятся дороги в городе президентского внимания. Дорожную проблему в Свободном местные власти планируют решить одной из первых. Сейчас в городе реализуют масштабный проект в рамках строительства крупного газоперерабатывающего завода. По словам ИО главы Свободного Владимира Константинова, отремонтировать дороги нужно к сдаче первых домов и первых культурных объектов. Сегодня состоянием улиц и тротуаров недовольны ни автомобилисты, ни пешеходы. Вместо ровного полотна ямы, вместо асфальта гравийная дорога. Это просто ужасное. Тут просто... Вот тут мы сами вот проживаем, да, вот у нас в Ударном. У нас там вообще все дороги разбитые. Не проехать, лужи. Постоянно вот гвозди, постоянно едешь на шиномонтаж, чтобы делать колеса. Да ну все вот на лицо, как говорится. Вот оно. Не ухти. Ну вот я здесь живу, вот перекресток вообще ужасно. Невозможно. Если я иду, охожу, а что будет про машины? Масштабная реконструкция планируется по улице Гоголя. Кроме ремонта дорожного покрытия, планируется возвести мост. Там, где протекает крохотная речка, есть лишь водопропускное сооружение. В администрации отметили, на этом месте как минимум требуется установить трубу большего диаметра. Да и сама конструкция не вызывает доверия и в будущем может обрушиться. В общей сложности на реконструкцию дороги с мостом необходимо около 150 миллионов рублей. Улицу 40-летия октября заасфальтируют, оборудуют тротуарами, здесь же планируют заменить водопровод. В первую очередь отремонтируют те дороги, на которых расположены социально значимые объекты – школы, детские сады, стадион, а также улицы, которые связывают центр города и микрорайоны. Город Свободный, он достаточно растянут, поэтому соединение микрорайонов города с центром города для того, чтобы была обеспечена транспортная доступность в городе самом. Ну и прежде всего, конечно, это уже на протяжении нескольких лет климат меняется, выпадают обильные ливневые дожди в короткий промежуток времени, обеспечение водоотведения на территории города. С
Сколько денег потребуется, чтобы решить дорожный вопрос в Свободном, пока неизвестно. В администрации города рассказали, сейчас разрабатывается план. Затем специалисты составят проектно-сметную документацию. Начать реконструкцию планируется уже весной следующего года. Одну из самых серьезных проблем города местные власти обсудили на рабочей встрече с ВРИО губернатора Василием Орловым. Глава региона отметил, что необходимо подготовить план ремонта дорог на ближайшие 5 лет и согласовать его с планом социально-экономического развития города и дорожной карты по развитию коммунальной инфраструктуры. Денис Свириденко, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Семнадцать лет колонии общего режима получила 42-летняя амурчанка, убившая приемного ребенка. Почти 2 года женщина била и истязала 3 детей, находящихся под ее опекой. Один из малышей погиб. В суд также направлено уголовное дело в отношении сотрудников органов опеки. Убитому ребенку было 6 лет. Как выяснили следователи, в августе прошлого года женщина избила малыша кулаками и ногами. Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. Судья Мурченко свою вину признала лишь частично. Амурский областной суд признал ее виновной. Женщина проведет 17 лет в колонии общего режима. После освобождения в отношении преступницы будут действовать ограничения свободы сроком в 1 год и 10 месяцев. Она будет находиться под надзором правоохранителей. Также следователи направили в суд уголовное дело по статье «Халатность» в отношении представителей органов опеки и попечительства. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. В Благовещенске простились со старейшим сотрудником Амурского драматического театра Валентиной Матвеевой. В учреждении культуры Валентина Ивановна более 40 лет работала художником-декоратором. В январе 2016 года в Амурском драматическом отметили 90-летний юбилей Валентины Ивановны. В театре она была бессменным художником-декоратором. Благодаря ей здесь собрана уникальная коллекция реквизита, который можно увидеть во всех спектаклях. Она была и актрисой, заведовала постановочной частью, но свое призвание по-настоящему нашла в декораторском искусстве. Валентину Матвееву и ее мужа, народного артиста России Владимира Матвеева, часто называли легендой и душой амурской сцены. Более 3000 бюджетных мест вакантно для абитуриентов среднеспециальных учебных заведений области. В амурских СУЗах продолжается приемная кампания. На популярные направления подготовки уже есть конкурс. 3 человека на место. Всего же от выпускников школ приняли 4600 заявлений. В этом году список направлений подготовки в СУЗах расширился. Так, по заявке Амурского золотодобывающего завода в Благовещенском политехническом колледже появилась новая специальность – рациональное использование природохозяйственных комплексов. Освоить эту профессию захотели 40 абитуриентов. Также в топе востребованных в регионе направлений – оператор нефтепереработки, прикладная геодезия, пожарная безопасность и ветеринария. Принимать документы от поступающих в СУЗы Приамурья завершат 15 августа. Почти 11 тысяч ребят впервые пойдут в школу в этом году, правда, данные не окончательны. Запись детей продолжится до конца лета. В Министерстве образования региона отмечают, с каждым годом первоклашек становится больше. Для сравнения, в 2017-м в амурские школы пришли 10 788 первоклассников. В 2016-м их было чуть больше – 10 с половиной тысяч. Уже традиционно перед началом учебы ребята из малообеспеченных семей получат губернаторские портфели с канцелярскими принадлежностями. Будут в них и открытки с пожеланиями от ВРИО губернатора Василия Орлова. На получение помощи пока подано 2607 заявок. Кстати, учебниками все школы области укомплектованы на 100%. Стать водителем маршрутного такси, устроить гонки на скейтборде, а также построить дорогу для самосвала. В детском оздоровительном лагере «Колосок» прошел конкурс на знание правил дорожного движения. О том, как отличить один знак от другого и научиться безопасной езде, расскажет наш корреспондент. 2, 3, погнали! Быстро и аккуратно доставить пассажира, правильно прочитать дорожные знаки, первым прийти к финишной прямой. И все это с закрытыми глазами. Задача не из легких, однако ребята не теряются. Сегодня они не просто отдыхающие, а полноценные участники дорожного движения. Если водить автомобиль разрешено только с 18 лет, то для скейтборда ограничений нет. Такое транспортное средство безопасно в управлении, а кроме того, малогабаритно. С его помощью ребята не только легко маневрировали, но и смогли преодолеть полосу препятствий, опередив соперников. А вот Никита Сердюков скейтборду предпочитает велосипед. Признается, кататься любит и правила соблюдает. У меня есть велосипед, я люблю на нем кататься, потому что велосипед доставляет море эмоций, но им надо уметь пользоваться, надо переходить на пешеходном переходе только на зеленый и слезать, держать его в руках, чтобы, ну мало ли. Когда едешь, надо быть аккуратным и не сбивать пешеходов.
все может быть. Конкурс в рамках федерального проекта «Безопасные дороги» прошел для юных амурчан впервые. И хотя каждый из них ежедневно передвигается по городу, такие знаки, как «Главная дорога» или «Въезд воспрещен», для многих стали открытием. Состязания проходили в игровой форме. За короткое время ребят научили тому, что пригодится им в реальной жизни. Например, как не сбиться с маршрута, следить за дорожной разметкой и сигналами светофора. Выучить правила – это одно. А когда понять их смысл – это совсем другое. Эти мероприятия проходят в рамках вопрос-ответы, в рамках интерактивов, чтобы дети участвовали в этом и изнутри все это понимали, и как игру представляли, и уже в дальнейшем у них был смысл в том, что происходит, какие ситуации происходят на дорогах. В завершении соревнований наиболее активным и внимательным вручили ценные призы – сертификаты на прохождение квеста. Но главным остается другое. Если ребята будут применять свои знания на практике, дорога для них станет действительно безопасной. Екатерина Рожкова, Наталья Коннова, Владимир Петренко, Амурское областное телевидение. Это последний материал выпуска. Напомню о развитии событий. Смотрите в следующих выпусках наших новостей. Заходите на сайт amurobal.tv. Я же на этом с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи.